Евгений Смирнов – танцор, известный своими выступлениями в шоу «Танцы на ТНТ. Минута славы». Родился 6 июля 1986 года в курортном микрорайоне Сочи Лазаревское. С 14 лет увлекся брейк-дансом, окончил Черноморскую гуманитарную академию по специальности менеджмент. 30 апреля 2012 года Евгения сбила машина, в результате чего ему позже ампутировали ногу. Но, несмотря на это, он продолжает выступать, совмещая танцы с основной работой помощника заместителя мэра Москвы. В Благовещенск Евгений Смирнов приехал в составе танцевальной группы «Юди», с которой сотрудничает 2 года. Женат и есть дочь. Мне кажется, так все было против меня, потому что я, когда попал в аварию, меня сбили, во-первых. Меня сбили. Человек, который сбил, он развернулся, сразу уехал. Вот. Долгое время не ехала скорая. Ну, я попал все-таки в больницу. Думаю, ну, у меня был перелом голени. Думаю, слава богу, в больнице, значит, врачи уже спасут. Я 3 суток пролежал, ко мне никто не подходил. Развилась газовая гангрена. Мне уже давали 50 на 50, выживу я или нет, потому что она поднялась очень высоко, уже до уровня пояса. Что сделали мои друзья? Они отреагировали на это. Они подняли очень большую шумиху, очень добрались до нашего мэра города Сочи, чтобы меня уже транспортировали в нормальную больницу, к нормальным врачам, где уже сказали, либо ампутация, либо смерть. Постой. Мне уже встречались люди, которые были, которые чувствовали себя так же, как ты. Искали выход. Ведь в темноте не видно их раскрытых ладоней. Я когда уже был в больнице, я начал как бы... Есть такие железки на кровати, за которые нужно подниматься, чтобы встать. Я начал на ней подтягиваться, потому что я настолько высох. Да, вот авария меня вообще сбила. Очень я высох, я весил там 40 килограмм, чуть ли не очень. Я понял, что нужно выкарабкиваться, ходить в зал, корячиться, вставать на руки, падать, вставать, падать. И вот это как бы год падений. Папа, его уже давно нет со мной, как и мама. Вот, он, когда еще был совсем-совсем маленьким, он занимался, вернее, работал на судоверфи. Они строили там лодки, корабли, яхта, она очень огромная была, такой завод огромный. Они построили яхту большую на веслах, парус и весла, без мотора, и прошли на ней кругосветку. Вспомнил, как я его упрашивал взять меня с собой, естественно, да, мне там было 5 лет. И я... решил узнать, есть ли в Краснодаре гребля. И она действительно там была. Я пошел вот заниматься байдаркой, потому что, думаю, нужно физически себя поднять. Нужно взять медаль 3-го места и возвращаться в танцы. Потому что, ну, танцы – это мое. Вот. Ну, так получилось, что вот за этот год я, ну, как бы чуть-чуть себя даже переплюнул, занял 2-е место на Кубок президента, чемпионат России проходили. Вот. Ну, и тем не менее я решил оставить греблю. Вот, и вернуться в танцы. На ТНТ это был такой тоже дебют вообще. Первый раз я вышел на сцену после той ситуации, которая со мной произошла. Вот, я уже даже не знаю, несчастный или счастливый. Я уже настолько это принял, я же даже сомневаюсь, как это называть. Вот. Да, мы поставили номер, это было очень, я не знаю, это не то, что волнительно, это было очень страшно. Прям перед выходом на сцену я говорю, Даш, давай, говорю, быстренько повторим все. И я понимаю, что Даша начинает делать, у нас есть синхронные вещи какие-то. Начинаю, я говорю, Даша, я говорю, забыл все. Меня отшибло. Отшибло, я не могу понять. А я же знаю, что такое, как бы сколько лет танцую, что такое мышечная память. Она в любой момент она вспомнит. Даже если не помнит голова, мышечная память она вспомнит. И я начинаю вспоминать, он говорит, все, говорит, прекращай, все. Это понятно, что руки, они с них, не то, что там они потеют, с них течет пот. Не знаю, просто настолько было страшно. Вот это запрещенность приема. Ну, нет защиты против этого. Просто, так сказать, ну, сил нет, ничего сказать. И меня это
очень задевает. Ну, трудно быть вот человеку-ампутанту. А может вам в эту пристегнуть вторую? Она же может быть не так очевидно отсутствовать. Я извиняюсь. Чтобы не эксплуатировать эту тему. Я так понял, что, ну, как минимум, просто это жюри, которое вот оценивает вот так. Оно... А меня не оценили. Вот именно, что меня не оценили. Мне как бы дали такой свой порог, что ли, то, что я не должен там участвовать, можно сказать так. А оценки как жюри я не увидел и не услышал. Я понял, что обижаться нечего. Мы показывали свое искусство, да, мы его оттачивали очень долго времени, чтобы показать вот так, чтобы это было, как бы, ну, не смотрели на мое, то, что я на одной ноге. Лучше бы меня оценили, сказали, ну, номер красивый, классный, ты там молодец, да, но не дотягивает это, да, профессионального там. Там такая история, вот вся вот эта вот нить, вот эта вот тонкая действительно грань через все шоу проходит, что человек идет вперед, да, человека ведут вперед, как бы он тянется за светом. И я как тот пример, как бы, который не отпустил руки, и тому человеку, который главный герой, да, Дмитрий, вот, который вот в команде ребят, ему это все показывают. Можно так, можно так, можно так. Главное, ты иди, не опускай руки, вставай и иди к свету. То, что он нужен действительно людям. И я один из тех примеров, то, что как можно все-таки развиваться, если у него есть две ноги, но у них они, ну, как бы плохо функционируют. Совсем недавно познакомились, так интересно получилось. Я очень хотел кушать, но задержали рейс. Я сижу, кушаю, подходит девушка, ой, говорит, и смотрит такими глазами, вот просто, я не знаю, у нее сияет, говорю, а можно, говорит, я с вами посижу, говорит, просто поболтаю, там, я не помешаю, там, туда-сюда, и я говорю, да присаживайтесь, в чем-то дело. А сам наворачиваю, просто я хотел больше, наверное, есть, чем смотреть на красоту. Она, в общем, улетела. Она в Питер летела, я сел тоже, улетел в Краснодар. И спустя буквально день-два мне Facebook предлагает, там есть такая лента, где предлагает в друзья добавить. Кого в друзья? Если лицо знакомое, знаешь, что это она в аэропорту была. Ну, добавил в друзья, он говорит, о, как ты меня нашел. Я говорю, ну, вот так и так Facebook предложил. Наверное, говорю, это судьба. Реализовать как можно больше тех проектов, которые действительно нуждаются люди с инвалидностью, да? Это такая прям вот, это такая долгосрочная, скажем, мечта, которую хочется реализовать. Хочется очень открыть действительно школ как можно больше, чтобы занимались дети. Ну а дальше все будет в любом случае, это и дети, и, ну, и все остальное все будет.